Образовательную выставку «Московский день профориентации» по праву можно назвать самым масштабным ежегодным карьерным форумом столицы. 10 тысяч старшеклассников и студентов собрались вместе на одной площадке, чтобы определиться с выбором будущей профессии и подобрать лучшие образовательные и карьерные предложения. Я сюда пришла, чтобы понять, где именно мне будет интересно, потому что в наше время очень много сфер, и все они безумно интересны и обширны. Хочется выбрать много, но времени нет, и поэтому я пришла сюда, чтобы понять, что именно мне надо для жизни. Пришла сюда для того, чтобы понять, кем же мне быть в будущем, хотя я уже определилась, найти свой вуз, узнать, какие нужны баллы, какая нужна подготовка, какие сложности. Интересная профориентация здесь. Я определилась со сферой профессии, но еще не определилась со специальностью. Я пришла сюда, чтобы пройти тест, посмотреть, что, где и как, и определиться уже более конкретно. Признанные эксперты и ученые на различных воркшопах и мастер-классах рассказали молодежи, какие профессии появятся в будущем, на что нужно ориентироваться и какое образование стоит получать сегодня, чтобы завтра стать востребованным специалистом. Российский университет «Дружба народов» не остался в стороне. Ежегодно РУДН принимает активное участие в подобных мероприятиях, собирая возле своего стенда немало потенциальных абитуриентов. В этом году мы работаем очень эффективно, потому что очень-очень много людей сюда пришло, очень много школьников заинтересовались этой выставкой. И действительно очень много людей, абитуриентов наших потенциальных, к нам приходят, спрашивают про все-все профессии. И наши факультеты, институты очень большие молодцы, представили всех представителей, всех направили всех своих представителей. И мы можем профессионально рассказать по всем направлениям, по всем специальностям подготовки в наш университет. Ну а для того, чтобы лучше узнать о самом многонациональном вузе страны, пожалуй, стоит прийти и на ближайший в этом году День открытых дверей и своими глазами увидеть то, что называется «Дружба народов». Екатерина Гульбина, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.